это действовательный остаток от 50% до 70%. Дополнительные льготы студентам, пенсионерам, инвалидам, а также ветеранам труда. Я бы его пристрелил. Говорона это. Так, всем привет. У нас очередные велопокатушки. Сейчас посмотрим, куда мы на этот раз рванем. Пока еще не придумал. Как всегда, куда глаза глядят. Да, когда-то здесь был магазин электроники. Теперь магазин «Гост». Туда по переходу, как всегда. Едем. Без нарушений, конечно, так. Ну, без этого никак. Честно, на Полежаевскую и так ехать, еще водил спросил. Спросить хочу, на Полежаевскую так ехать, не знаете? Что-то всего боятся. Даже окно не открывает. Ладно, поверим. По ходу дела так. В общем, хочу попробовать до Полежаевской доехать. Как это будет выглядеть, не совсем знаю. Метро Полежаевская.
Сегодня в Москве хорошо, тепло, небольшой ветер. А так очень лётная погодка. Обещают без дождя. Вот на следующей недельке у нас похолодание. А как там дальше? Даже и не знаю, честно говоря. Когда вот так вот против солнца едешь, на эту камеру, конечно, лучше одевать блэнд. А то она засвещает, конечно, все. Ну, в принципе, это любая будет. Без блэнда. Так, это нам надо сюда. Так. Ну, походу, дело как-то так. Очень интересно. Я тут сейчас все переходы собираю. Почему я захотел на эту сторону, я спрошу. Наверное, проще, чем там где-то либо переходить. Thank you.
тоже он парень. Перекур и едем дальше. Так, ну мы едем дальше. Ну опять у нас перекур. Тоже как стандартный стал. Это какое-то все пенистое. Видно была поливалка. Так, ну а мы подъезжаем к метро Полежаевская. Мордочных куча. Еще и на детей я делаю. Прям зомбаки в намордниках. Ну, собственно, вот оно метро. Полежаевское. Вот мы и дошли. Точнее доехали. Что-то я уже все. Так. Ну это у нас улица Усиевич, по-моему. Прокатимся по ней. Красивые здания здесь, революционные дома. Кусинена. Магазин электроники есть. Это шоколадница. А дальше, по-моему, был Олди. Компьютерный магазин. Не знаю, как сейчас он остался или нет. Доехали, еще не доехали, еще поедем, узнаем.
стороны. Да, послушные барашки стали. Им сказали намордники одеть, они одели. Ну, едем дальше. Ну, какие слоны стоят. Мне написано, как надоели эти машины. По городу кататься — это вообще жесть, особенно в будни. Хорошо, раздолье, нету никого, даже ходячих. Как всегда, плитка. Без этого в Москве уже никак. Но не нормально. Так, посмотрим, что там. А вообще надо навигатор включить. Смотреть, что, как, куда ехать. Я что-то еще не был. Конкретно в этой местности.
надо навигатор включить. Ого. Так, сейчас посмотрим, что куда ехать. Так, ну я посмотрел, что там как. Если практически так прямо ехать, то мы выйдем к метро Сокол. Но нам Сокол совсем особо не нужен. Держаться левее на Лобяна, и там Октябрьское поле. То есть как бы такая катушка. Не особо длинная, не особо дальняя. Ну а пока всего составило 8 километров в час. О, блин, 8 километров. Ой, что-то я уже все заговаривался. Так что не особо далеко уехали, по сути. Какой-то мини-парк. Ну, мы сейчас прокатимся, где-то остановимся, перекурим. Ну, а потом поедем дальше. Едем дальше. Нам надо придерживаться левой стороны, чтобы выехать на Лобяна. И на этом все. Ну да, дворами. Походу дело нам вниз, наверное. Надо спускаться. То, что это не Лобяна, это точно. Лобяна там проходит. Это Зорги.
тратим. Да, вот оно, железка, мы ее пересекаем. Охереть, блин, с детьми уже катались. Это же опасно. Ветер такой, вообще ужас. Сдувает нафиг. Да дальше мне придется потревожиться. Так. Ну, собственно, поеду-то я как машина. На самом деле проще. Чем излюбствовать как-то по-другому. Собственно, и все. Мы приехали. На Октябрьское поле. Навигатор не подвел. Спасибо Тугису. Это не реклама. Ну, собственно, что, всем пока. Когда еще будут выпуски, не знаю. Все зависит от погоды.